Сотрудники ОМОН регионального управления Росгвардии приехали в детский дом «Звездный» не только с показательными выступлениями, но и с целой конкурсной программой. Для воспитанников детских домов Ивановской области эти бравые парни подготовили игру с патриотичным названием «Будем в армии служить». Мы хотим показать, что есть другая жизнь, здоровая, сильная, которой стоит подражать, не стоит подражать каким-то неблагоприятным социальным примером, которых они в жизни, я так понимаю, насмотрелись. А есть вот ребята, которые могут стать для каждого мальчишки, ну, может быть, и для девчонки, примером жизни, как строить свою жизнь, чему себя посвятить. Первый этап – полоса препятствий. Между собой соперничают воспитанники из Шуи и Иваново. Сначала команда «Штык» уверенно опережает соперников. И с гирями справляются легко, и раненых с импровизированного поля боя выносят быстро. Но вдруг отстающая команда вырывается вперед. Ну, мы обгоняли до того этапа после лавочки, предпоследний. И этот... инвентарь еще на этом, попадание в цель, инвентарь не очень, поэтому сдувают мячики и все. Команда из Ивановского детского дома «Радуга» собрана наполовину из девочек. Тягаться с мальчишками в силе, конечно, не получается, но удача в первом этапе, тем не менее, улыбнулась именно им. Это как бы слаженность команды. Но сначала они нас опережали, но мы все-таки смогли. Потому что как бы друг друга поддерживали, и мне кажется, это главное, чтобы поддерживать, тогда все получится. На других этапах ребятам предстояла сборка-разборка автомата Калашникова, метание гири, игра «Захват флага». Третье место в состязаниях заняла команда детского дома «Звездный». Вторыми стали ребята из Шуи и золото у воспитанников Ивановского детского дома «Ровесник». Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.